Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами на выставке в Берлине и на Транс. И первое интервью для вас, такое уже более-менее развернутое, даст человек, которого не нужно представлять, Род Хук, директор нашей австралийской компании. Hello, Rod. Michael, lovely to see you again, and isn't it exciting being here in Berlin? Род Хук говорит, что очень волнительное событие быть вместе с нами и с вами, естественно, в Берлине. Rod, how do you like the first day of the exhibition? Well, I think it's mind-blowing, actually. So many people, 2,700 exhibitors, there are so many people out there trying to sell products. I've been to the opening ceremony, they're talking about the need to be innovative, be environmentally friendly, be energy efficient, all the things that SkyWay is. So to then come to the stand here, and I have seen the slender beam structure, to now see some of the rolling stock being unveiled is particularly exciting. This would go very well in our country. Я спросил Рода Хука, какие его впечатления от первого дня выставки. Он говорит, это все просто потрясающе, mind-blowing практически, выносит мозг, прямой аналог русского выражения. Он говорит, что был на церемонии открытия, и все говорили о том, что транспорт будущего должен быть экологически чистым, он должен быть экономичным. Короче, все то, чем SkyWay уже является. И здесь более 2700 участников, которые продают свой транспорт, но только наш транспорт отвечает всем требованиям будущего уже сегодня. Rod, what do you think is waiting for us in the coming days, and what is your function here? Я спрашиваю Рода, что ожидает нас в ближайшие дни и в чем его функция на выставке. I think whereas some of the exhibits are selling their product and want people to buy their tram or their train, here it's about letting potential investors know this is coming. And I think SkyWay has a great story to tell. I've been talking here to people who are interested in the potential of SkyWay for their country and in attracting investors to it. And I think that's the main benefit of this exhibit. It looks real, it's happening, and people who are excited by that will put money on the table to help us make it happen. Thank you. Род говорит о том, что мы отличаемся от многих других экспонентов здесь, что в том, что они пытаются продать то, что у них уже есть, правда, это уже транспорт вчерашнего дня. Мы же привлекаем инвесторов для того, чтобы сделать транспорт будущего. Род уже поговорил с большим количеством заинтересованных людей, которые действительно впечатлены, что мы перешли от слов к делу и что все, что мы обещали, оказалось настоящим. Rod, thank you very much for your interview, and it was just the first one, and I think in the days to come we'll have more and more news and good news, hopefully, from you. Я поблагодарил Рода за прекрасное интервью и выразил надежду, что в ближайшие дни мы много раз еще с ним поговорим, и с надеждой, что эти новости будут положительными. Thank you, Michael. Always good to talk to you. Он сказал, что со мной всегда приятно поговорить, но другой бы спорил, а я не буду. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsway.com. Поддерживайте наш проект, и тогда о вас никто никогда не скажет, что вы человек, считающий, что чем лучше, чем подумать в начале, достаточно лишь сожалеть впоследствии. Строй SkyWay! Спасай планету!